сумма углов треугольника? 4. 4 угла? Нет, 3. 4 угла, точно 3. У нас сегодня интеллектуальный конкурс. Угу, давайте послушаем. Готова? Да. Ну, ты как аспирант, я думаю, ответишь легко. Ну, если. Сейчас я найду какой-нибудь первый вопрос, такой интересный. Давай вот с этого начнем. Как называется столица Австралии? Не знаю. Совсем нет вариантов? Mm-mm. Может быть, какой-нибудь город знаешь, самый популярный? Нет, в Австралии точно нет. Сумма углов треугольника? 3. 3. 3 это что? Треугольник, это оценка, да? По математике? Что это? 3 угла. То есть раз угол, два угол, 3. Я всегда не в градусах считаю, а именно в штуках. Хорошо, не 4. 4. 4 угла. Нет, 3. 4 угла, точно 3. А сумма, если их в градусах, сколько? Так, как звали отца Юрия Алексеевича Гагарина? Это известный человек. Юрий Гагарин, я знаю. Юрий Алексеевич космонавт. Гагарин, он про своего отца космонавт всегда рассказывал, понимаешь? То, что он космонавт, я знаю, его знаю, отца нет. Совсем не знаешь? Нет. Угу. Ну, что делать? В какое время года сутки короче? Сутки? Да. Короче? Только не плачь. Как, в какое время сутки короче? Зима. Зимой? Да. Зимой сутки короче. Представляете, выходите, а тут бац, и все, и 21 декабря. А только первое началось. Что делать? Не представляю. Сколько материков на Земле? 6. 6, точно. Может, это там 7-й какой-то есть? Нет, 6, точно 6. Как аспирант, ты отвечаешь правильно. За сколько дней Солнце делает полный оборот вокруг Земли? 365. Солнце вокруг Земли 365 дней. Дней, да. Дней. Солнце вокруг Земли. Знайте, астрономы, знайте это. Как называют резиновую соску для младенца? Соску для младенца? Соску, резиновую. Резиновую, представляешь? Соска. Соска, резиновая. Соска, я думаю. Соска она. Резиновая соска. Вот и все. Да. Да, и все, молодец. Шикарно, потрясающе.